Здравствуйте, в эфире итоги на ННТ о том, что было за прошедшую неделю в студии Махач Курбанов. Коротко о главном. В центре внимания развитие туризма. Глава Дагестана посетил Алмакский каньон и на месте провел совещание с представителями отрасли. В памяти прославленного летчика в Новокуле открыли бюст единственного дагестанца, ставшего героем Советского Союза дважды. Карта разбитых дорог уменьшается. Общероссийский народный фронт реагирует на жалобы граждан. Как сделать скульптуру из клавиатуры, знает дагестанский художник, создающий невероятные композиции из материала, который в прямом смысле всегда под рукой. Роспотребнадзор страны ввел всеобщий масочный режим по всей России. Теперь абсолютно все граждане страны обязаны носить маски. Находясь в общественных местах, в такси, в транспорте, на парковках, в лифтах, ведомство также ввело запрет на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Казбековский район посетил памятник природы регионального значения Алмакский каньон. Природный памятник, занимающий около 500 га, создан с целью охраны уникальных ландшафтных, геологических и ботанических объектов природы, проведения научных, учебно-просветительских, эстетических и оздоровительных мероприятий. Вместе с тем, Алмакский каньон, как считают специалисты, может и должен стать местом туризма, в связи с чем в настоящее время начата работа по созданию на его территории необходимой инфраструктуры для организованного приема посетителей. С этой целью инициирован проект по строительству здесь санаторно-туристического оздоровительного комплекса «Алмак» на 100 мест. Наличие сероводородных источников и других уникальных природных ресурсов этому благоприятствует. Туристический поток с каждым днем растет и требует расширения инфраструктуры. Руководитель региона лично осмотрел площадки туристско-оздоровительного комплекса «Алмак» и оленью ферму. Проект предполагает увеличение туристического потока на 3,3 тысячи человек к концу его реализации. Создание 85 рабочих мест. На месте Сергей Меликов провел совещание по вопросам развития туризма и напомнил о необходимости подготовить и представить жителям республики до конца текущего года концепцию развития Дагестана до 2025 года, одним из основных направлений которой должно стать развитие туризма. «Я хочу, чтобы к концу этого года мы презентовали дагестанцам концепцию развития Дагестана до 2025 года. У нас во многих субъектах они есть, работают. Конечно, там нужно учитывать национальные и региональные проекты. Но туризм, на мой взгляд, должен быть в этой программе отдельным направлением. Он может развиваться независимо ни от чего. У нас для этого есть все», — отметил в Рио главы Дагестана. В Дагестане открыли бюст Амитхану Султану. Скульптуру, посвященную дважды герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю, открыли в селении Новокули Новолакского района. Торжественное мероприятие посетил и в Рио главы региона Сергей Меликов. Хадижа Курбанова расскажет подробности. Этот высокий бюст великого героя теперь будет украшать двор Новокулинской средней школы номер 2. Для села это почетно, отрадно и приятно, утверждают собравшиеся в один голос. Место для установки скульптуры выбрано не случайно. Школа носит имя дважды героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. Амитхан действительно очень великий герой, и я очень рада, что именно у нас в селе проходит такое ответственное мероприятие. Мы очень долго, тщательно готовились, и надеюсь, все пройдет хорошо. Ну, я думаю, что Амитхан Султан был достоин этого памятника. Он был честным, добрым. Все эти люди собрались не просто так. Значит, он был этого достоин. Торжественное мероприятие посетил и в Рио главы Республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, Амитхан Султан стал воплощением мужества и самопожертвования ради спасения Отечества. За свою короткую жизнь молодой герой совершил немало подвигов. Лично сбил 30 самолетов противника, всего провел в небе более 4000 часов, совершил 603 боевых вылета. Подметил он и связь между бойцом современности Хабибом Нурмагомедовым и героем минувших лет Амитханом Султаном. Именно такие люди являются воплощением мужества и героического духа нашего народа. И вчера мы были свидетелями еще одной победы. Наш с вами земляк Хабиб победил в очередном поединке. Мне кажется, здесь есть прямая связь тех людей, которые являются настоящими бойцами и настоящими патриотами
патриотами нашей республики. Среди собравшихся глава Новолакского района, местные жители и родственники трагически погибшего героя. Для последних установка бюста особенно важна. По словам родственников погибшего, Аметхан Султан является для них не только героем, но и символом дружбы народов. В нашей семье всегда говорили о личности нашего известного земляка, нашего родственника Аметхана Султана. Нас учили быть похожи на него. Мой отец носит имя Аметхан Султана. Поэтому, безусловно, мы очень горды, что у нас такой прославленный родственник. Мы очень горды, что этот человек объединяет не только, скажем, дагестанские народы, но и народы крымских татар. Как уже здесь прозвучало, на самом деле славы этого человека хватит на всю Россию. Мой дед и Аметхан, они лежат рядом на одном кладбище в Москве. Мне вот уже 50 лет. 50 лет каждый год, 9 мая, мы всей семьей приходим на могилу к нашему деду, и потом проходим всегда мимо могилы Аметхана, возлагаем цветы. В завершении мероприятия в Рио главы Республики Дагестан осмотрел Новокулинскую среднюю школу номер 2. Она построена здесь в 2012 году и названа в честь легендарного летчика как вечная память о безграничном героизме Аметхана Султана. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Новолакский район. В Рио главы Дагестана Сергей Меликов накануне встретился с российским бойцом смешанного стиля, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В первую очередь руководитель республики выразил соболезнования в связи со смертью отца и поздравил выдающегося дагестанского спортсмена с убедительной победой в поединке с американцем Джастином Гетчи на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC 254. Меня вот в этом поединке, если честно, больше всего тронули завершающую минуту репортажа, вот, когда Хабиб говорил, кому он посвятил победу и как дороги были ему слова мамы. Поэтому я хотел бы вот начать с того, что еще раз мы, наверное, мы все выражаем соболезнования по поводу ухода отца еще. Ну, второе, я действительно хотел бы сказать о том, что такая национальная победа для Дагестана. Вот, вы были там, а здесь, в Махачкале, ну, я не хочу сказать, что ночь превратилась в день, да? Вот, но то, что эта ночь была такой, как во многих других городах Новый год отмечают. Поблагодарив за теплые слова в свой адрес, чемпион UFC сказал: все было по-другому. Без отца сразу после того, что случилось, не предложили бой. Принимать, не принимать. И нужно было принять какое-то решение. Или надо было оставить, но об этом никто не знал. Или надо было подраться, вернуться. И после этого ставить. И сейчас тоже я говорю близким, да, так скажем, которые, некоторые, которые недовольны, что я ставил, им говорю, ну, если даже я подъявлюсь еще 10 раз, но тоже придет время, когда надо будет оставить. И это решение по-любому придет в 32 года, или в 34, или в 35. Так что такое это очень тяжелое решение, которое для меня было. Муфтия Дагестана, как и весь исламский мир, осудил карикатуры на пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В своем обращении помощник муфтия республики отметил, что свобода слова заканчивается там, где начинается вседозволенность. Когда затрагиваются честь, оскорбляются святыни и попираются права других людей. Муфтия республики Дагестан солидарен со всем исламским миром и решительно осуждает подобные высказывания со стороны первых лиц государства. Люди, занимающие важные посты, ответственные посты, особенно первые лица государства, не должны позволять себе глумиться над религиозными ценностями и святостью той или иной конфессии, в частности, ислама. Высказывая что-либо, апеллируя это, что человек имеет право на свободу высказывания, на свободу слова, он должен в первую очередь подумать, какие последствия это за собой повлечет. Свобода слова заканчивается там, где начинается затрагивание чести и права другого человека, свободы другого человека. Если это влечет за собой межконфессиональный конфликт, межнациональную рознь, агрессии, последствия в виде протестов и того, что сегодня происходит в мире, то такое свобода слова должно быть ограничено. Оно должно несколько раз пересмотрено. Если человек ошибся,
никогда не поздно извиниться. Лидер страны, где проживает очень много количества мусульман, не глумится ли он над религиозными ценностями своих же граждан? Если, зная это, человек так осознанно поступает, есть вообще сомнения в адекватности такого человека? Представитель муфтията также отметил, что полемика, которая ведется в интернете, в частности в соцсетях, не должна переходить в агрессию, которая может стать причиной межнациональной и межрелигиозной розни. Должен быть добрый призыв. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, мусульманин, он не порочит, не проклинает, не совершает непристойных поступков и не сквернословит. Подобного рода высказывания, они сопровождаются невежеством. И муфтият со своей стороны в первую очередь призывает изучить жизнеописание пророка, саллиллаху алейхи вассалам. И нами в этом году организовываются специальные конкурсы, где мы будем в виде конкурсов побуждать людей к изучению жизнеописания пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В поселке Ленинкент прошло спортивное мероприятие под девизом «Молодежь против наркотиков». Состязания проходили по различным видам спорта. На открытии присутствовали представители власти, религиозные и общественные деятели. Подробнее расскажет Хамз Нурмагомедов. Перетягивание каната, стрельба из лука, армрестлинг и другие виды спорта. Жителям поселка устроили настоящий праздник. За звание стать чемпионом соревновались как дети, так и взрослые. На открытии мероприятия присутствовали представители власти, религиозные и общественные деятели. Инициатором спортивного фестиваля выступил общественный совет «Патриоты Ленинкента» при поддержке администрации города. Наша молодежь, здесь много наций, чтобы межнациональных розней не было, чтобы все объединить народ, нацию, все, поселок объединить. Чтобы понимали все молодежь дальше, что вместе жить надо всем. Алхамдулилла, все получилось благополучно. Дети, вот как радуетесь, вы видите, все получили позитивную энергию. И дальше это все стимулирует нас на дальнейшие действия в плане патриотизма, значит, нашей молодежи и самих. По итогам спортивных состязаний всем победителям и призерам по различным видам спорта вручили медали, грамоты и памятные подарки. Всех желающих также угостили узбекским пловом и чаем. Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, поселок Ленинкент, Махачкала. Малоимущим семьям Махачкалы раздают продуктовые наборы. Акцию поддержки организовала строительная компания «Монолит-05» совместно с фондом «Инсан». На данный момент продовольствием обеспечили более 100 семей. По словам спонсоров, помощи нуждающимся будет продолжена. Подробнее Патимат Ханапова. Мука, растительное масло, макароны, рис и сахар. В набор включены продовольственные товары первой необходимости. Предназначены они нуждающимся жителям Махачкалы. Среди них и Аминат Мусиева. 4 года назад женщину сбил пьяный водитель, и теперь она не может ходить. А вам кто помогает? Ухаживающие есть. А дети? Дети нет. Не дай Бог, но вам сил. Вам сил. Это лишь первая партия помощи. Акция поддержки, по словам представителей компании «Монолит-05», будет продолжена. Помощь получат многодетные семьи, родители-одиночки, сироты, пожилые люди и инвалиды. Всего в списке более 200 семей. Хотелось бы пожелать, чтобы с каждым годом нуждающихся семей становилось меньше и меньше. Большинство людей, которые страдают у нас, возможно, по всей земле, не по вине самого себя, а что-то способствовало, чтобы они оказались в такой ситуации. То есть вот женщина стояла на бордюре, их сбила машина, пьяный водитель. 16-го года женщина лежит без помощи. Еще раз спасибо фонду «Инсан» за предоставленную возможность. Мы, в свою очередь, будем продолжать совершать такие акции и призываем всех остальных людей, бизнесменов, чиновников, кто имеет возможность совершать благотворительные акции, так как Дагестан – наш дом, мы должны все вместе строить
светлое будущее. Организовать акцию компании помогает фонд «Инсан». Они предоставляют список нуждающихся, совместно со спонсорами собирают наборы и развозят их по домам. По словам представителей фонда, руководство «Монолит-05» вносит большой вклад в благотворительную деятельность. Следующий этап, уже второй этап распределения продуктовой помощи у нас пройдет в следующем месяце. Хочется поблагодарить компанию, руководство компании «Монолит-05», то, что они принимают активное участие в благотворительной деятельности. Это не первая благотворительная акция с их участием. Мы думаем, что и ранее проходили такие же масштабные акции. Мы думаем, что и в дальнейшем такие акции они будут повторяться. Стоит отметить, что средства на покупку продуктовых наборов начислялось по акции. С каждой проданной квартиры компания «Монолит-05» часть денег отправляла на счет благотворительного фонда. Патимат Канапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Активисты Общероссийского народного фронта уже несколько лет подряд проверяют состояние дорог рядом с образовательными учреждениями. На этот раз инспектировали маршруты к школам в Буйнакске. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Мы отреагировали мгновенно на ваше письмо и обратились в город. Город также мгновенно отреагировал, нам дал ответ. И помимо этого, сам мэр, заместитель сюда приехали, чтобы вам объяснить. Жители Буйнакска с 2013 года просили заасфальтировать им дороги по улице Фрунзе, обращаясь в разные инстанции. По их словам, школьникам приходится идти прямо по проезжей части. Тротуаров нет ни с одной, ни с другой стороны. А дороги в непогоду смывают дождем. Теперь вот посмотрите на улицы. Они неровные, косые, кривые, когда снег, лед. Детям, трудно ходить в школу. Ради этих детей хотелось бы, конечно, чтобы улица была благоустроена, был асфальт, дети, чтобы не падали, ходили по ровной улице, жили красиво. К акции активно подключился и глава муниципалитета, который вместе с активистами ОНФ проинспектировал улицу, нуждающуюся в реконструкции, и пообщался с жителями. Местная администрация уверила, что проблема будет решена в течение года. Это крупная артерия, которая у нас прилеченская, которая на этой улице находится. Детский садик, социальные объекты, школа. Мы его обязательно поставили, его будут полностью реконструировать. Полностью она будет в таком виде, как она должна выглядеть в современном городе. Да? Дорога в школу – традиционная акция, которую Народный фронт проводит в преддверии нового учебного года уже 6 лет подряд. Активисты ОНФ совместно с органами власти в регионах исследуют маршруты, которыми дети ежедневно ходят в школы, чтобы выявить опасные участки и оперативно их устранить. Общероссийский Народный фронт не оставляет без внимания. Но нам приходится иногда неоднократно обращаться в разные ведомства, администрации по одному и тому же вопросу. Иногда это длится и полгода, и год, но мы все равно добиваемся своего, и результат он бывает. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Буйнакск. В Дагестане вблизи населенных пунктов все чаще возникают несанкционированные свалки. Очередную такую обнаружили на этой неделе в пригороде Махачкалы в поселке Турали. Мусорный полигон занял часть поля недалеко от жилых домов. Теперь на ней побывали и контролирующие органы. Мои коллеги с подробностями с места событий. Более 10 гектаров земли под грудой хлама, горы покрышек, шифера и другого крупногабаритного строительного мусора, а еще через 3 метра бытовые отходы. Все, что оказалось не нужно людям, теперь стало проблемой природы. В настоящее время принимаются меры по актированию выявленных нарушений с целью последующего привлечения виновных лиц к ответственности. Хотел бы обратиться к населению республики и гостям. Соблюдайте чистоту. Осуществляйте сброс мусорных отходов в положенных местах. Думайте о нашем будущем. Информация о фактах захламления земель муниципального значения поступила от главы администрации Ленинского района. По фактам нарушения составлен протокол. Владельцы земельных участков будут привлечены к ответственности. По данному факту в рамках своих полномочий мы заактируем, в рамках полномочий Минстроя направим к ним материалы для дальнейшего уже принятия мер в отношении собственника земельного участка.
Кроме того, большой проблемой для Дагестана является отведение под мусорный полигон и земель сельхозназначения. За год в республике выявлены десятки таких незаконных свалок. Эти отходы наносят непоправимый вред плодородному слою почвы и экологической обстановке. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. 29 октября отмечается День работников службы вневедомственной охраны. Структурное подразделение Росгвардии отмечает в этом году 68 лет со дня основания. В честь профессионального праздника наш телеканал подготовил сюжет о нелегкой работе тех, кто круглосуточно стоит на страже порядка. Продолжит Зумруд Гамидова. Порядка 600 охранных объектов, из которых более 500 – это квартиры под надежным контролем управления вневедомственной охраны. С большой самоотдачей и мужеством сотрудники Росгвардии ежедневно стоят на страже важных для государства объектов, недвижимости и имущества граждан, обеспечивают охрану общественного порядка. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране спокойствия граждан заступает 5 групп. Алло. Сработала тревожная кнопка вашей 13-го. По сигналу тревоги они немедленно выезжают на объект, где сработала сигнализация. Мобильные группы задержания ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей, их имущество и правопорядок на улицах. Свой профессиональный праздник большинство сотрудников неведомственной охраны встречают на боевом посту. В основном работа интересная. Общаемся с людьми, узнаем все новое и новое с каждым днем. Вот наш наряд. Они увидели подозрительную девушку с командиром роты нашим. Вместе задержали ее. Оказалось, распространительница наркотических средств. Считается, что работа в Росгвардии исключительно мужское дело. Но это не так. Яркий пример тому – майор полиции Заира Магомедова. Вот уже 18 лет девушка работает в правоохранительных органах. А еще Заира является мастером спорта по стрельбе. Любимое оружие – пистолет Макарова. Во время занятий по огневой подготовке я стреляла с автомата и пистолета Макарова. Но для меня лучшим оружием показался пистолет Макарова. Потому что это очень надежный инструмент. Но все же успех по стрельбе зависит от самого стрелка. Если человек умеет стрелять, то он сможет попасть в цель. Если он не умеет, он не сможет попасть даже из самого точного оружия. Поддерживать высокий уровень боеспособности невозможно без постоянной практики. Абдул в спорте уже много лет. Сегодня чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта в войсках Росгвардии с момента ее образования. Наша служба – ответственная служба. Во-первых, мы более ответственно подходим к своим задачам Росгвардии вообще в целом. Но она непредсказуемая, не знаю, ответит... Опасна ли она? Мы все знаем, куда мы шли, допустим, и где мы находимся. Конечно, какая-то опасность есть, но все по воле Всевышнего. Обеспечить безопасность, не допустить воровства. Аналогичной охранной структуры больше нет не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня уверенно можно сказать, что махачкалинцы под надежной защитой. И можно не опасаться за свою жизнь. Об этом говорит и то, что с начала года сотрудниками вневедомственной охраны раскрыто не больше 2 преступлений. На мой взгляд, ситуация стабилизировалась к этому. Все должностные лица, которые работают в этом городе, в республике, они немало уделяют внимания, сил на это все. На мой взгляд, ситуация довольно-таки стабилизировалась. Сейчас горожанин может в любое время выйти в город погулять, с детьми гуляют, вот вы же видите, и ночью, и днем. Лучше стала обстановка. История вневедомственной охраны тесно связана с 1769 годом и днем рождения графа Комаровского. Граф первым возглавил отдельный корпус внутренней стражи Российской империи, ставший прообразом Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны стали достойными преемниками графа и постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Представители Министерства труда Дагестана и «Газпром» газораспределения помогают многодетным семьям и пожилым одиноким людям подготовиться к зиме. Совместные профилактические рейды проходят в Махачкале. Специалисты уже успели бесплатно привести в порядок отопительную систему в 15 домах. Подробнее мои коллеги.
Эти дома привлекли внимание газовиков в рамках ежегодного рейда. Его цели только профилактические. Специалисты проверяют исправность оборудования. Первым делом они смотрят, есть ли утечка на газопроводе. Затем работник проводит бесплатное техническое обслуживание, если в этом есть необходимость. В связи с началом отопительного сезона мы вместе с организацией «Газпром распределение Махачкала» решили провести рейдовые мероприятия по выявление в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, неисправности в отопительном оборудовании. Кроме того, специалисты напоминают жильцам и об основных правилах эксплуатации газовых приборов, раздают буклетики и клеят плакаты с напоминанием. Основные нарушения в частных домах, говорят работники службы, связаны с использованием старых котельных. Это отопительный прибор иранского происхождения, иностранного происхождения, плюс еще самодельные котлы, как мы сегодня видели, это оборудование, не прошедшее сертификацию. А чего не опасно? Они опасны тем, что, во-первых, у них нет автоматики. В случае, если есть утечка газа, то она, ну, как бы не предупреждает, что там не отключается. Специализированные рейды продолжатся в ноябре по всей республике, а плановое техническое обслуживание газовики выполняют в течение всего года. Заявки на ремонт специалисты принимают по номеру, который вы видите на своих экранах. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. На этой неделе исполнилось 75 лет со дня основания Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Самый большой научный центр в республике был создан в послевоенное время. По сей день он остается местом сосредоточения научных сил и генератором масштабных исследований. Какие изменения произошли в штабе дагестанской науки за 75 лет и как работают сегодня дагестанские ученые, расскажут наши корреспонденты. ТФИЦРАН 75. 75 лет здесь на благо науки работают главные составляющие успеха центра – его научные сотрудники. Главное звено Института физики – Николай Полихрониди. Николай отдал науке 60 лет жизни, пришел в центр еще совсем молодым и неопытным, но уж очень увлеченным исследовательским делом. Сейчас он занимается изучением теплофизических свойств жидкости и газов, приходит в свою маленькую лабораторию и в выходные, и в праздничные дни. Моя жена непрерывно говорит, все не ходят на работу в таком возрасте, а ты ходишь. Она очень хочет, чтобы я сидел дома. А вы не хотите? Ну, я не могу просто сидеть дома. Во-первых, мне интересно здесь. Во-вторых, то, что мы делаем, нужно же и сделать, наконец. Да, люди же ждут, что мы эти исследования закончим. Есть в центре и молодые специалисты. Джалалудин Анатов и Руслан Османов – одни из них. Оба посвятили более 5 лет жизни работе в горном ботаническом саду центра. Я в центр пришел в 2003 году аспирантом. Ну, на тот момент я изучал зерновые злаки, тритикали, пшеница, рожь. И первые 7-8 лет я занимался злаками. После того, как я защитился по ним, кандидатскую, я перешел на изучение абрикоса. На счету у ребят множество совместных работ. К примеру, они написали книгу о дагестанских абрикосах, в которой рассказали об удивительных фактах генетического происхождения фрукта. Но работа напарников не ограничивается рамками центра. Молодые люди часто ездят в ботанические сады по всей стране за различными образцами. Далее они проводят сравнение и определяют происхождение растения. В данный момент на их счету более 200 исследованных образцов сортов и форм только одного вида абрикоса. Ну вот садоводы-любители, например, все сталкиваются с тем, что на плодах бывают вот эти черные точки. И, наверное, лучше, продать более красивый плод. Можем предложить сорта, которые можно потом будет вовлекать в селекцию и вот более... И размножать для производства. Еще один молодой ученый исследовательского центра – физик Тимерлан Арсланов. Он занимается тем, что каждый день пополняет экспериментальную базу центра новыми опытами. Сейчас работает с материалами спинтроники и проводит опыты с очень высоким давлением. Недавно Тимерлан вернулся из Швеции, где полгода работал в одном из старейших скандинавских институтов в качестве исследователя-визитора. Я знал, ориентировался, на что я еду. То есть, опять-таки, я говорю, что я не первый год знаком с их братом. Вот, я, в принципе, ориентировался, знал, что там какой будет уровень. Действительно, уровень колоссальный. Огромное число исследователей приезжает, буквально непрерывно там жизнь кипит.
Приезжают одни, провели какой-то цикл своих, там, значит, получили результаты, улетели, приехали другие. Буквально в том кабинете, где я сидел, работал, поменяло человек 10. Это за время моего пребывания там. Успехи молодых, как и усердие взрослых сотрудников, не остаются незамеченными. В Рио председатель от ФИЦРАН Акай Муртазаев рад любым позитивным изменениям в центре. Но в последнее время, отмечает он, их не слишком много. Молодежь с трудом идет в науку. Нет стимула. Советская система образования прокладывала путь к науке, а нынешняя лишь усложняет процесс. Аспирантская стипендия, она совершенно не устраивает молодых людей. Это 6 тысяч рублей примерно, так сказать, на это же прожить невозможно. В эти годы молодые люди, они обустраиваются, женятся, заводятся семьями, возникает куча текущих проблем. И аспирантура вот в таком виде, она совершенно не способствует ни привлечению молодежи в науку, ни закреплению молодежи. Это большая проблема. Еще одна большая проблема дагестанской науки – это отсутствие адекватного финансирования. Научные работники, чтобы помочь своему делу, пытаются принять участие в грантовых конкурсах, но и там требуется софинансирование. Инвесторов, желающих вложиться в науку, опять-таки немного. Надеюсь, что у нас новый руководитель республики, он заинтересован в выполнении национальных проектов, а национальные проекты могут быть выполнены только если организации и научные, и вузовские будут активно участвовать в разного рода конкурсах. А для того, чтобы мы могли участвовать в этих конкурсах, нужна хорошо организованная помощь со стороны правительства, главы республики. Жизнь дагестанской науки переменчива. Она, как и любая другая отрасль, переживает как нелегкие периоды, так и позитивные. Но пока в центре все еще работают люди, горящие своим делом, питающие любовь к науке и с интересом проводящие опыты, научное дело будет жить. Компьютерные клавиши как материал для искусства и источник вдохновения. Первая галерея представила новый проект известного дагестанского художника Закари Закарьяева – «Трэш-ток». Все скульптуры изготовлены из пенопласта и будто бы обшиты клавишами всевозможных цветов, размеров и форм. На выставке побывала моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Клавиша, клавиши – так и рождается аллегория жизни современного человека. А все герои выставки – это интернет-пользователи. Представлены клавиатурные образы в самых разных ипостасиях. Здесь есть отсылки на известных всем нам так называемых кнопочных героев и на людей, зависимых от соцсетей и на многих других персонажей из глобальной сети. Художник как бы не уступает как бы моралистам, да, или каким-то таким указателям, да, чего. Он художник, скорее всего, обозначает проблемы, которые у нас в среде возникают. И как бы он больше, наверное, дает зрителю подумать над какой-то проблемой, оставаясь при этом нейтральным. На эти работы ушло более 1500 клавиатур, собирал художник по всему миру. Красные клавиши – самые редкие. Их Закаря привозил из Баку, а желтенькие – из прошлого, от старых советских компьютеров. Работы поражают своей точностью и деталями даже современных детей, которых, казалось бы, трудно удивить. Сколько труда в нее было вложено? Сколько вот этих клавиатур, тонких вот таких вот деталей, и еще это лицо. Вот как думаете, сколько времени такое надо было делать? Это же ювелирным надо было быть, чтобы создать в точности такое. И что я заметил, в клавиатуре нет ни одной лишней кнопки. Они все нужны, просто идеально подходят, они дополняют друг друга и в конечном итоге как бы они себя заполняют, как бы там не остается какой-то недосказанности. На выставке представлены 78 скульптур. Все объекты сделаны из вторичного материала. Ни одна работоспособная клавиатура не пострадала, смеется художник. Посмотреть на инсталляции из клавиш может любой желающий. Выставка продлится до 25 ноября. Проходит она в здании дагестанского филиала Русгидро в Каспийске. Патимат Ханапова, Муцат Салгиреев, новости ННТ, Каспийск. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем телеканале, смотрите наши новости. Всего доброго!